Дошкольное отделение Бутовской школы номер 1 – первое в округе, где организовали отряд самых юных инспекторов дорожного движения. А самая главная задача у них и у малышей, и более взрослых ребят, ну и у нас инспекторов – это правильно научить наших участников дорожного движения безопасному поведению на дорогах. В отряде «СЮИТ» 25 воспитанников. Группа в течение всего года изучала правила дорожного движения, участвовала в конкурсах и интеллектуальных играх в детском саду и мероприятиях округа. Стоит отметить, что именно ребята из Бутовской школы номер 1 принимали участие в открытии автогородка в Центральном парке. Это не входит в рабочую программу детского сада. Это дополнительное образование детей. И оно ориентировано на все возрастные и психологические особенности дошкольного возраста. На празднике, посвященном 50-летию со дня основания ЮИТ, малыши показали свои знания и продемонстрировали, что они грамотные и дисциплинированные пешеходы родителям и инспекторам ГИБДД. Мальчишки и девчонки участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, пели песни и танцевали. Вместе с ребятами правила безопасности и азбуку дорожных знаков изучали сказочные персонажи. Мы очень долго готовились, репетировали. И, наконец-таки, поступил праздник, и мы старались. Старшие коллеги, юидовцы из отряда «Страж» Бутовской школы номер 1, помогали малышам во всем. Малыши довольно умные, все знают, и особенно не приходится говорить им что-то, что они не знают еще. Я так рад, что сегодня пришли настоящие юидовцы. Я хочу, чтобы на дороге всегда было безопасно. Я когда пойду в школу, тоже вырасту юным инспектором движения. В завершении встречи ребята пообещали быть внимательными, осторожными вблизи проезжей части и соблюдать правила дорожного движения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.